Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такую вот штуковину. Это сингл Britney Spears, Me Against the Music, но для фанатов Britney они уже как бы догадались, в чем здесь прикол. Это такая вот компашка, такая вот коллекция из двух синглов. Один оригинальный, то есть там песня, там тролливали, что еще есть. И здесь ремиксы. Это типа как такая зеркальная обложка. У меня есть изначально этот сингл, и мне его прислали как бы в довесок к этому. Ну классно, теперь у меня их два. Вот, если присмотреться, здесь вот наклейку оставили немножко покоцанную. Типа вот это такое издание коллекционное. Ну вот, включает в себя дополнительные ремиксы. Значит, скажу типа предысторию. У меня этот сингл был давно-давно, даже, по-моему, новый. То есть мне некоторые синглы с рук куплены, некоторые все-таки удалось новый найти. А этот сингл я очень сильно хотела купить, но если брать на Амазоне, то он там за какие-то деньги продается немаленькие. То есть на eBay вообще, может быть, его даже не найти. В общем, очень сложно было его найти. Он, может, каким-нибудь ограниченным тиражом выпускался, или я даже не знаю. Ну, вот так вот. И я приобрела этот диск у человека ВКонтакте. Он выкладывал фотки, что у него есть, и предлагал как бы купить. Ну, я его попросила вот этот вот сиреневенький, и он сказал, что они идут компашкой, и как бы мне продал оба сразу. Ну, очень круто, я хотела этот, получила два, в принципе, очень даже. Ну, давайте, собственно говоря, быстренько посмотрим оригинальный сингл. Ну, на него я обзор уже, конечно, снимала, но это Me Against the Music с Мадонной. Что у нас здесь есть? А у нас здесь оригинальная версия, ну или видеомикс, и два ремикса. В принципе, можете сравнить с тем синглом, который есть у меня, ну вот как бы до этого видео я снимала, может там есть какая-то разница, я не сравнивала, я не помню, честно говорю. Вот, но я помню, что ремиксы на Me Against были очень классные. Но если они разные, это вообще прям супер-пупер. Вот. И давайте посмотрим, что из себя представляет вот этот вот диск. Значит, ну такая обложка, это типа как отражение первой и такое сиреневенькое. Это диск, он такой прозрачный. Не буду там его показывать, но он похож на диск с первой части. И вот тут вот дополнительные 4 ремикса. Я всегда любила ремиксы, поэтому это как бы находка для меня. И вообще для коллекции это просто, я считаю, супер-пупер классная вещь. Если вы также считаете, ставьте лайк. В общем, вот такая вот у меня компашка. Надеюсь, вам был полезен данный обзор. Пишите свое мнение, что вы думаете по поводу вот этого диска, есть ли он у вас. И ну что-нибудь пишите по поводу него. Вот, огромное спасибо за внимание. И пока-пока.